Und kommt sie nicht?
день. Прошу занимать места. Мы начинаем через одну минуту. Ladies and gentlemen, please take your seats. We'll start in a moment. All the speakers, please take your seats at the podium. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш круглый стол, посвященный теме «Как вырастить национального чемпиона. Масштабирование бизнеса компаний на рынках БРИКС». Как вы наверняка знаете, мы, российская венчурная компания, вместе с нашими партнерами, а партнерами у нас по этому проекту является Ассоциация инновационных регионов, Высшая школа экономики и PricewaterhouseCoopers, уже много лет занимаемся развитием проекта «Техуспех», рейтинга «Техуспех», как способа найти наиболее перспективные высокотехнологичные компании и оказать им наиболее эффективную государственную поддержку. У нас в России традиционно считается, что единственный способ эффективной поддержки – это деньги. Как иногда шутят, дайте деньги и отойдите. Но, как мы все понимаем, в России и в мире, точнее, это уже не работает. В последнее время сложилась модель, по которой государства начинают интенсивно помогать своим чемпионам с тем, чтобы сделать из них глобальных технологических лидеров. К примеру, вот как раз-таки мы очень с большим вниманием смотрим на опыт Китая, и у нас сегодня гость из Китая Гуань Шаанань, именно потому, что Китай наиболее эффективно научился помогать разгонять своих чемпионов на глобальный уровень. Действует при этом он иногда достаточно жестко, иногда не пускает на свой рынок чужих, делает им методы поддержки, продвигает на внешних рынках, но в результате китайские компании, там Xiaomi, там Alibaba, они становятся глобальными чемпионами буквально там за 10 лет. Точно так же действует и Америка, например. Несмотря на все разговоры про свободный рынок, Элон Маск почти все свои проекты реализует при мощнейшей государственной поддержке. В результате у него получаются действительно глобальные чемпионы Tesla, SpaceX и так далее. Поэтому государство как партнер, как сервис для высокотехнологичных компаний, это абсолютно необходимая вещь в современном мире. И нам нужно понять, как это сделать. Для этого нужно сделать какой-то инструмент аранжировки, так скажем, координации всех инструментов поддержки и денежных, и неденежных, с тем, чтобы компании работали эффективно. И сегодня наш круглый стол устроен следующим образом. Сначала мы смотрим на ситуацию, на проблему и обсуждаем принципиальные подходы к тем задачам, которые мы поставили, и Дан Медовников сделает базовый доклад, и вместе с Артемом Шадриным, который представляет Департамент инновационного развития Министерства экономики, является тоже старейшим партнером этого проекта и вообще одним из таких вот лидеров инновационного развития в России со стороны Минэка и правительства и так далее. И после этого мы даем слово представителям наших
различных госинструментов с тем, чтобы показать, какие появились возможности. А потом мы даем слово нашим компаниям, которые, собственно говоря, являются чемпионами или потенциальными чемпионами, с тем, чтобы обсудить, насколько вот эти методы, эти инструменты нужны, полезны, каких не хватает. Ну и будем смотреть, насколько та картинка возможного, возможной помощи национальным чемпионам у нас уже сложилась, что есть, что нет, и как нам двигаться дальше. На этом я представление закончу и попрошу Дана сделать основной базовый доклад. Спасибо. Да, добрый день, уважаемые дамы и господа. Насчет базового доклада, мне кажется, Евгений Тыч погорячился. Очень короткий регламент, поэтому я постараюсь быть кратким. О, отлично, есть презентация. Прежде всего, хочу сказать, что успех таки проломил за 4 года брешь в стене, так сказать, невнимания к среднему технологическому бизнесу, активно развивающемуся. Теперь вот представители сидят на первом ряду. Вы теперь стали вдруг знаменитыми и в фокусе внимания всех институтов развития и власти. И, соответственно, у вас появились новые окна возможностей. Это благодаря во многом именно тому, что 4 года назад РВК, ИР и PricewaterhouseCoopers, вышка присоединилась позже, начали вот эту историю, начали выбирать эти компании по довольно жестким критериям, продвигать, показывать их обществу, показывать власти. И параллельно эксперты, чиновники узнавали, благодаря тому исследованию, которое в том числе наш институт проводил, узнавали о том, что, оказывается, гонка за поддержку наших чемпионов, она развернулась последние 10 лет назад практически во всем мире. И, в принципе, техуспех по своим базовым параметрам и критериям отбора компаний, немножко двигаясь в разные стороны, да, с учетом нашей специфики, тем не менее, очень хорошо попадал именно в подобные рейтинги и программы в других странах. Об этом тоже скажу два слова. Ну, все-таки, коротко напомню, не все, может быть, знают из присутствующих, что такое техуспех, какие критерии отбора. Значит, во-первых, это средний бизнес. До нынешнего года величина выручки должна была быть у компании от 100 миллионов до 10 миллиардов рублей. Во-вторых, это быстро развивающийся бизнес. То есть довольно быстрый темп роста. С прошлого рейтинга 15%, до этого был 20%. В-третьих, это технологический бизнес. Серьезные затраты на неокр, постоянный вывод новых продуктов на рынок. Партнеров я уже перечислил. В этом году будут изменения, просто скажу справочно, если что, все есть на сайте. Мы поднимаем верхнюю планку, то есть теперь это бизнес до 30 миллиардов рублей. И вводим некую стратификацию внутри самого рейтинга, делим эти средние быстрорастущие компании на условно малые, условно средние, условно крупные. И, соответственно, вхождение в рейтинг будет дифференцироваться по темпам роста и по доле выручки от продаж новой продукции, в зависимости от, немножко разные будут показатели для этих малых, крупных и средних компаний. Потом объясню, зачем это нужно, ну или вот Артем Шадрин объяснит, для того, чтобы стыковаться с следующим проектом, который с этого года стартует от техуспеха. Можете посмотреть на данные PricewaterhouseCoopers за 2015 год, средние по рейтингу, вы видите, что это, в общем-то, ну, такая элита российского инновационного бизнеса. Средняя величина выручки 1,6 миллиардов, годовой темп роста 36%, 515 человек, среднее количество сотрудников. Ну и дальше смотрите, да, доля расходов на технологические инновации 26%, неокр 12%, новая продукция 59%, ну и так далее. То есть это суперактивные, суперинновационные компании. Вот примеры некоторых из них, сейчас из них в зале, не буду вдаваться в подробности, но отдельные имена уже как бы известны и широкому кругу, и даже массовому потребителю, такие как там Биокат, Интерскол, СКБ Контур, хорошо известен на Урале. Хочу обратить внимание, что это в основном возраст компаний, которые входят в рейтинг техуспех, 20 с половиной лет. То есть это, в общем-то, не стартапы, они образовывались где-то в начале 90-х, еще был небольшой пик в начале нулевых годов. То есть это компании зрелые, и программы, которые проводят наши коллеги на Востоке и на Западе, они тоже показывают, что, в общем-то, это работа со зрелыми компаниями, которые успели вырасти, которые успели занять положение на рынке и которые хотят быстро расти дальше. Мы спрашивали компании в прошлогоднем исследовании, с чем они связывают свой рост последние 3 года, и вы видите, что в основном это было связано с выводом на рынок новых инновационных продуктов, получение значительных контрактов с крупными компаниями и с вводом новых производственных мощностей. Да, ну вот презентация мне подсказывает, что
большая, значит, проблема, с чем точно не связана, с возможностью доступа к финансовым ресурсам. С финансовыми ресурсами у них проблемы. Интересно, что большая часть компаний Техуспеха, 78%, уже экспортируют, и 48% экспортируют в развитые страны. Хотя, конечно, доминируют пока страны СНГ в экспорте. То есть экспортерам им есть куда расти. Это довольно интересные специфические компании, не self-made, предпринимательские компании. Как правило, во главе стоит CEO, он же собственник, часто он и технический лидер, или это группа технических лидеров и собственников. Это, ну, во многом это советская научная инженерно-техническая элита, которая в начале 90-х, да, как типичная траектория бывает, там есть отклонения, для того, чтобы выжить, сохранить школу, сохранить свои научные идеи, взяла их и коммерциализировала, сделала бизнес и вырастила его до миллиардов рублей оборотов. Интересно это тем, что мы сейчас думаем о том, да, не поддержать ли их, как это делают в других странах, будут ли они дальше расти при соответствующих условиях. Вот с учетом того, что средний возраст лидера компании – это 54 года, лет 10-15 у нас еще есть для того, чтобы помочь им выйти на новые рубежи. Абсолютно большинство опрошенных компаний действительно стремятся в течение ближайших 5 лет выйти на новый качественный уровень. Но не у всех для этого есть возможность. Вы видите, что 52% компаний говорит, что имеющихся ресурсов недостаточно. Напомню, что в основном это self-made компании, развивающиеся собственных средств. Если их подключить к дополнительным инструментам, дать им возможность, дать плечо, так сказать, финансовое, еще какое-то консультационное, возможно, они будут, не уйдут с траектории большого роста в ближайшие 5 лет. Мы, это уже другой опрос, который проводился в апреле 2016 года, Минэк нас попросил. Мы спросили, а какие перспективные формы господдержки вам нужны. Вот опросили 40 компаний из Техуспеха. На первом месте это кредиты, длинные дешевые деньги. Да, потом помощь в экспорте, софинансирование с государством НИОКР различных инновационных проектов. Ну и дальше более-менее стандартный для всего нашего бизнеса набор. Налоги, код госзаказу, протекционизм, госполитика, госпрограммы. Коротко выводы. Абсолютное большинство компаний готовы в течение ближайших 5 лет перейти на новый качественный уровень. У них есть финансовые ограничения, и им надо помочь. У них есть рыночные ограничения, в основном связанные с узостью внутреннего рынка. Они хотят на экспорт, но на то, чтобы уйти на экспорт, им нужно помогать. У них есть внутренние организационные ограничители, потому что они сейчас будут из средних превращаться в среднекрупные, будут вопросы со сменой системы управления, со сменой стратегии, им понадобится консалтинговая помощь. Ну и, наконец, главный, как бы, вывод, на наш взгляд, для федеральной власти, она должна перейти в режим индивидуальной работы, чем она раньше не делала. То есть она должна увидеть компании как отдельные компании и увидеть в них будущих национальных и глобальных чемпионов. Вот коротко выбрал для этой презентации несколько стран. Вот, например, Европа, да, такие подобные программы по развитию среднего инновационного бизнеса запущены в Финляндии, в Нидерландах, в Великобритании, уже ставшая знаменитый Future 50-ка Камерона, которая отобрана, и из нее, так сказать, британские власти хотят вырастить национальных чемпионов в ближайшие 10-15 лет. Особенно преуспела Азия, Южная Корея к нам очень близка по показателям, там вообще практически очень близко к Техуспеху и по темпам роста, и по количеству. Вот их программа World Class 300, они вот, только в 2016 году, они отбираются по 20-30 компаний в год, чтобы довести до 300, они ускорились. Вот в 2016 году они отобрали 50 компаний в первом полугодии. Миттельштанд программа Тайвань, очень активная программа в Малайзии, ну и наконец, нас уже не догоняют, рядом с нами уже работают соседи по СНГ. В прошлом году Казахстан запустил программу по нацчемпионам, и отобраны первые 28 компаний, выделены довольно приличные ресурсы. Назарбаевский, ну, подчинен Назарбаеву холдинг Байтерек, главный игрок на этом рынке. И там тоже очень похоже на наши показатели. Будет ли подобная программа в России? Да, вроде бы все для этого есть. То есть есть вот эти компании, Техуспех это показал. Есть мировой опыт, европейский, азиатский. Ну, вот не буду долго держать интригу, да, я бы предложил передать слово следующему выступающему, который бы нам рассказал, будет ли в России подобная программа. Спасибо. Да, спасибо. Артема Шадрина рассказать более подробно про возможность развития этого направления. Добрый день, уважаемые коллеги. Но должен сказать, что на прошлой неделе министр экономического развития Российской Федерации Алексей Валентинович Чулюкаев подписал приказ о инициировании проекта поддержки
высокотехнологичных компаний, которые вот мы неформально называем национальными чемпионами. И основной смысл этой программы заключается в том, чтобы создать предпосылки для формирования крупных по мировым меркам российских частных высокотехнологичных компаний. У нас есть прецеденты создания крупных по мировым масштабам компаний, кто работает в сфере высокотехнологий, но это госкомпании в основном, это Ростехнологии, это Росатом, действительно крупные по международным меркам компании. Есть пример частных крупных компаний, но в основном они работают в сырьевом секторе, там мы все прекрасно знаем. Наконец, есть примеры высокотехнологичных частных компаний, но они по мировым меркам не крупные, они скорее средние. Мы можем назвать и Эбби, Касперского, ну, и которые действительно стали глобальными компаниями и работающими все-таки на рынке в основном России и СНГ. Это Яндекс, это Mail.ru, тоже весьма немаленькие компании, но опять же пока еще не глобальные. Вот основная цель заключается в том, чтобы сформировать транснациональные компании российского базирования с оборотами в миллиарды или более 10 миллиардов долларов США. Это та задача, которую мы ставим к 2025 году. Не менее двух компаний частных, высокотехнологичных с оборотами более 10 миллиардов долларов и не менее 5 с оборотом более 5 миллиардов. Если уже к 2020 году планируется выйти на уровень там, более миллиарда долларов, как минимум по 5 компаниям. Кто эти компании? Ну, мы предполагаем, что это как раз победители тех успехов. Мы обсуждали как раз критерии, кому же по масштабам компаний, кому надо помогать. Решили определить такой диапазон. Значит, поддержать, вот, отобрать в этом году и приступить к поддержке 30 компаний. Из них 25 – это компании с оборотами от миллиарда до 30 миллиардов рублей и 5 компаний с оборотами от 500 миллионов до миллиарда. То есть это по российским меркам в основном уже компании, перешедшие за границы средних компаний, но по мировым меркам это тот самый средний бизнес, который есть. Вот как показывает исследование рейтинга техуспеха, эта компания действительно демонстрирует на протяжении в среднем 5 лет рост на десятки процентов в год, они действительно производят конкурентоспособную по мировым меркам продукцию. И вопрос в том, а как же сделать так, чтобы действительно максимально помочь вот этим частным предпринимателям, реально частным компаниям масштабировать их бизнес. Вот три направления, которым планируется реализовать в рамках нашего проекта. Направление первое – это действительно финансовая поддержка, потому что нельзя отрицать, что российский средний бизнес при прочих равных условиях несколько дискриминирован с точки зрения доступа к финансовым инструментам по сравнению с своими зарубежными конкурентами. Это и длительность финансирования, и ставка процентов, по которой можно привлекать взаимное финансирование и так далее. Какой инструмент планируем реализовать? В первую очередь, это действительно помощь в доступе к уже имеющимся инструментам государственной поддержки. Это, во-первых, субсидирование процентных ставок, то, что программа Минпромторга России. Это программа поддержки гарантирования кредитов, это известное постановление Российской Федерации правительства 10.16.10.17. Это помощь по линии доступа к экспортному финансированию. Это и кредиты по линии Росэксимбанка, и гарантии по линии XR. Это доступ к механизмам финансирования опытно-конструкторских разработок Фонда развития промышленности. Это доступ к финансированию средних предприятий по российским меркам с оборотом до 2 миллиардов рублей, то есть нижняя часть нашего списка, по линии Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонда Бравермана, где тоже есть доступ к льготным процентным ставкам. То есть это достаточно комплексные вещи, и здесь мы планируем реализовать ту самую процедуру консьерж-сервиса, о котором говорил Дан Медовников, то есть дополнительная консультационная поддержка средним компаниям в участии в использовании инструментов финансовой поддержки со стороны институтов развития и со стороны федеральных министерств. То есть эти действительно процедуры конкурсные, они открытые, но доступ к ним сопряжен с определенными издержками. И мы заинтересованы в том, чтобы, опять же, из всей массы наших российских компаний, именно компании, которые демонстрируют высокий темп роста, которые им не просто высококонкурентоспособны, но еще и готовы масштабировать свой бизнес, это, опять же, будет критерием отбора к участию в нашем проекте из общего перечня победителей техуспеха, именно такие компании получили доступ к финансовым инструментам. Не просто положили, условно говоря, в карман себе вот эту субсидию процентной ставки, да, а использовали эту субсидию для максимально быстрого расширения масштаба своего бизнеса. Это вот тот критерий, который будет для нас ключевым, и мы здесь действительно рассчитываем на успешность нашей программы. Второй блок поддержки, который также планируется реализовать, это поддержка, связанная с нефинансовыми формами поддержки. Например, это поддержка, связанная с выходом на внешние рынки по линии торгпредств, по линии организации бизнес-миссии, которая организует российский экспортный центр. Это помощь в участии в международных деловых советах, межправкомиссиях. В общем, достаточно широкий инструментарий, такой нефинансовой поддержки, который может быть оказан. Опять же, дополнительный доступ к закупкам на
внутреннем рынке с точки зрения тендеров наших компаний с госучастием по 223-му федеральному закону. Как мы помним, там есть специальный KPI по закупкам инновационной продукции, помощь в участии в закупках для нужд государства. Там есть тоже свои барьеры на входы в этот рынок. Мы в целом реализуем конкурс мер, чтобы вообще эти барьеры преодолеть. Но опять же, для наших кандидатов в национальные чемпионы мы хотим оказать поддержку с точки зрения на индивидуальной основе, чтобы, с одной стороны, опробировать на них, как вот эти барьеры по-настоящему проходятся, и на их примере эти барьеры снижать, с другой стороны, именно им, как наиболее перспективным, объективно отобранным лидерам, оказать поддержку. Следующее направление – это, опять же, не финансовая форма поддержки, это снижение административных барьеров. И здесь надо сказать, что, опять же, с одной стороны, горизонтальные меры направлены на снижение административных барьеров реализуются. Это ряд дорожных карт, разработанных агентством стратегических инициатив. Мы помним достаточно заметное продвижение по рейтингу Doing Business. Но, тем не менее, не все барьеры должным образом устранены. Коллеги из частных компаний говорят, и барьеры, связанные с таможенным администрированием, XVS, экспортным контролем и ряда других объективно существующих барьеров. Мы хотим в ручном режиме также пройтись по этим проблемным вопросам, помочь, опираясь на опыт компаний, участников проекта, реализовать системные решения, которые бы для всех компаний снизили бы эти барьеры. Поэтому здесь мы просто будем в ручном режиме отрабатывать вот эти технологии, что называется, в самой что ни на есть практике. Наконец, третье направление, тоже о чем говорил Дан Медовников, это проблемы, связанные с масштабиром деятельности бизнеса с точки зрения корпоративного управления и управленческих задач, которые тоже очень непростые, потому что решение масштабировать свой бизнес, решение реализовывать экспансию на внешние рынки – это решение, сопряженное с рисками, не только финансовыми, но и рисками управленческими. Не так просто на это решиться, не так просто поддержать это с точки зрения управления. Поэтому здесь мы действительно планируем привлекать консультантов, привлекать опытных бизнес, вот есть такое слово, бизнес-менторы, которые обычно используются для поддержки начинающих предприятий, но здесь мы хотим использовать этот опыт для уже среднего бизнеса, опять же, опираясь на опыт и зарубежных, и российских компаний, которые уже преодолели планку выхода на внешние рынки. Те же самые Касперская, те же самые Эби и так далее. То есть компании, которые научились создавать и масштабировать деятельность своих зарубежных представительств, офисов продаж, реальной транснационализации своего бизнеса. Вот это вот та задача, которую мы хотим реализовать в рамках нашей программы уже в течение ближайшего года. Вот здесь мы будем сотрудничать с нашими бизнес-школами и с школой управления Сколково. Мы приглашали для рассмотрения на обсуждение нашего проекта и корпоративный университет Сбербанка, и, думаю, ряд других наших ведущих организации в этой сфере, консалтинговые компании, мы надеемся привлечь. Ну и, наконец, немаловажная вещь, это упор, когда я говорил о финансовых инструментах, это, конечно, не только государственная поддержка в виде государственных институтов развития или в виде субсидий с федерального бюджета. Мы планируем, безусловно, привлекать сюда частные финансовые институты, и коммерческие банки, и фонды прямых инвестиций. Здесь мы уже провели совещание с рядом крупнейших российских банков на предмет участия в этой программе. Здесь мы будем как раз обсуждать оптимальную комбинацию. С одной стороны, использование уже существующих мер финансовой поддержки, о которых я говорил, с привлечением средств частных банков, частных финансовых институтов, чтобы максимально использовать это плечо господдержки для расширения, в первую очередь, частного финансирования, чтобы банки увидели в лице наших победителей тех успехов, своих перспективных клиентов, с теми, те компании, которые можно инвестировать средства. Потому что действительно, в чем основная проблема привлечения заемного финансирования компаний техуспехом, это дефицит ликвидного залогового обеспечения. Это не торговые компании, у которых есть ликвидный залог, это либо не очень ликвидный залог в лице оборудования, либо это обеспечение в виде заключенных контрактов, с которыми банками пока тоже не очень привычно работать в таком, условно говоря, проектном механизме финансирования. Здесь мы как раз рассчитываем на примере вот этого нашего пилотного проекта обеспечить лучшее понимание для банков специфики рисков кредитования, финансирования высокотехнологичных компаний. Мы рассчитываем, что благодаря этому проекту и другие компании смогут получить более свободный доступ к банковскому финансированию, который научится грамотно, точно оценивать риски инвестирования в высокотехнологичные компании. Ну и то, что касается потенциального масштабирования этого проекта, немножко, может быть, забегая вперед, скажу, второй проект, который мы реализуем, это проект программы
в проект поддержки инновационных территориальных кластеров, и там тоже мы видим в них национальных чемпионов с точки зрения привлечения инвестиций как территории по-настоящему опережающего развития. И среди тех ряда направлений для развития инновационных кластеров мы в том числе видим поддержку как раз наших частных высокотехнологичных компаний-лидеров, тем самых национальных чемпионов. Но уже не 50, не 30, а может быть больше, да, потому что там у нас кластеров сейчас 27, и если даже половина кластеров реализует сходные программы, может быть, с меньшим порогом входа, не 500 миллионов, там, а 200 миллионов, 100 миллионов объема продаж, то это тоже позволит вот этот вот опыт нашей программы его должным образом масштабировать и выйти на такую системную работу в этом направлении. Поэтому, уважаемые коллеги, рассчитываю на успех нашего проекта и приглашаю всех присутствующих в том или ином качестве, или как технологические компании, или как представители институтов развития, или как представители финансовых институтов, потенциальных технологических партнеров в этом проекте принять участие. Спасибо. Спасибо большое. Я передаю слово нашему следующему докладчику и предложил бы рассказать именно о своем опыте, об опыте своей страны, нашего гостя Гуань Шаананя. У меня единственная просьба ко всем докладчикам постараться укладываться в 5 минут. У нас сегодня много выступающих, ну 5-7 минут максимум. Пожалуйста. Спасибо. Мы сегодня заходим в такой речи, а как вырасти национальный чемпион. У меня личное мнение, китайский опыт уже показывает, что Китай за прошедшие 30 лет достаточно вырасти уже этих чемпионов. Конечно, мы поделим уже на две части. Первый блок – это как старые чемпионы. У нас как Lenovo, HAL, Huawei, ZTE и прочее. Они уже попали на хороший шанс, рынок, международное сотрудничество, глобальный спрос. Они заняли бы, используя свое преимущество технологии и свой рынок. У нас сейчас уже переходит на следующий блок, как наш ведущий поначалу говорил, что есть еще новое поколение этих молодых чемпионов, как Alibaba в лице Джек Маюн и Tencent, Куку, WeChat, которые сейчас даже русские ребята, они пользуются, и, конечно, еще Xiaomi, который выпускает эти сотовые телефоны, и за очень короткое время он вырастал такой чемпион в Китае, даже в мире. Я просто хотел сказать три момента. Первое. Для этого осуществления цели, что нужно? С моего личного взгляда, это три момента необходимо. Первое – это лидирующие команды, люди, которые мудро работают. Они не особый человек, просто взял свою команду, даже другие компании, они хотят с ним работать и вместе завивать свой рынок в этот отрасли. То, что я перечислил эти компании, они так и сделали, и удачно было. Второй момент – это уже как рынок. Кто и будет иметь рынок, кто будет победа, это естественно. Конечно, в каждой стране своя ситуация. Китай своя, а у вас другая. Но для любых быстро растущих технологических компаний, они должны понять, где свой рынок. Либо только в России, или в Китае соседи, может быть, еще другие регионы. Они должны сориентироваться правильно, сформировать свою стратегию развития. Тогда капитал, который ждет и ждут, они приходят к вам. Иначе, если не было такой цели и рынок, спрос или спыт потенциальные инвесторы, они деньги не дадут. Это серьезно. Потому что без этих серьезных капиталов у вас серьезно развиваться и как стать чемпионом в будущее, это невозможность. Это второй момент. Третье, это уже как атмосфера. Это условия для предпринимательства. Это очень важное условие и климат. Для воспитывать всех растущих компаний, потому что без этих условий они тоже трудно. Представляете, если они трудно будет зарегистрировать эти компании, у них там все коммерческие условия не обеспечиваются, они даже ищут клиентов, чтобы взять какое-то комплектующее звено, спыт с других промышленников,
А это все надо помогать. А помогать это кто? В первую очередь это правительство. Безусловно. Китай за последние 30 лет прошедшие создал такой центр, сервисный центр, центр предпринимательства. Это чисто правительство. Они помогают уже за 30 лет назад. Сейчас у нас новые стратегии – это массовое предпринимательство и инновации. Это уже повышенная стратегия. Это на основе полученных результатов. Значит, мы хотели, чтобы расширять этот сервисный платформ, который помогает эти мало средние бизнесы, чтобы они быстро вырасти за счет преференций правительственных, за еще интересы, которые помогало правительству от других компаний, потенциальных клиентов, даже университетов, они все поддерживают. И только из-за за то, что он сможет иметь такой спрос, рынок. Поэтому эти три момента, это очень важно. Это просто то, что я хотел говорить. Спасибо. Спасибо большое. Я попрошу наших коллег, кто представляет различные государственные инструменты, поделиться своим видением ситуации и дать некоторые идеи вот в копилку того проекта, который так уже достаточно подробно описали Дан и Артем. Единственное, у меня просьба укладываться в регламент 3-5 минут, потому что у нас сегодня главное это скорее услышать компании, мы должны вступить в диалог. Я попрошу Никиту Гусакова, представляющую АО XR, рассказать его позицию и позицию его компании. Пожалуйста. Спасибо большое. Я постараюсь очень коротко, не буду долго рассказывать про, что делает Российский экспортный центр. Было очень отрадно видеть в предыдущем выступлении, что экспортная составляющая является одним из важнейших факторов, которые компании видят для своего развития и для становления национальных чемпионов. Именно для того, чтобы унифицировать государственную поддержку в области экспорта, был создан Российский экспортный центр. Мы исходили ровно из той же самой логики изначально, что первое, что волнует компании, и что больше всего им не хватает, это финансовая поддержка. Поэтому, когда в 2011 году был создан XR, собственно, то, с чего начали, это с финансовой поддержки экспортеров. Это возможность страхования рисков, это возможность кредитования на более выгодных условиях. Постепенно пришло понимание, что помимо финансовой поддержки нашим экспортерам нужна и нефинансовая поддержка, потому что развитие и там, завоевание международных рынков помимо финансового рычага требует еще достаточно важных навыков, многие из которых у наших экспортеров либо отсутствуют, либо пока там развиты в меньшей степени. Поэтому в рамках Российского экспортного центра есть определенные направления как финансовой, так и нефинансовой поддержки. И в рамках нефинансовой поддержки в том числе есть большой образовательный проект, который мы делаем, он в первую очередь ориентирован на компании малого и среднего бизнеса. А в рамках этого образовательного проекта мы помогаем экспортерам или будущим экспортерам освоить основные азы внешнеэкономической деятельности. Есть нефинансовая поддержка, которая включает в себя в том числе помощь по логистике, по стандартизации, по международной адаптации, таможенным вопросам. И основная идея была в том, что, обращаясь в Российский экспортный центр, экспортер, будь то малое предприятие, среднее или крупное, получает весь спектр той поддержки, который ему нужен от государства для того, чтобы развивать свою экспортную деятельность. Потому что институт поддержки у нас очень многообразны, действительно очень много элементов этой поддержки, и здесь экспортеру или любой вообще компании, национальному чемпиону достаточно сложно сориентироваться. При этом, как я сказал, изначальный фокус был на финансовой поддержке, и, собственно, именно для этого был создан XR, который фактически был создан по образу и подобию ИКА других стран, которые есть во всех там и развитых, и развивающихся странах. Чтобы понять там масштаб деятельности с точки зрения поддержанного экспорта, в прошлом году мы поддержали 6,6 миллиарда, в этом году 5 миллиардов долларов экспорта. И мы работаем с разного уровня компаниями, как там с существующими национальными чемпионами, да, крупными, там, не сырьевыми или околосырьевыми компаниями, так и с малыми компаниями, которые только начинают свой выход на международные рынки. А,
Помощь, которую мы даем экспортерам, заключается в возможности расширения контрагентов за счет того, что компания может работать со срочкой платежа. Мы фактически даем возможность аутсорсить оценку рисков для экспортеров, чтобы они фокусировались исключительно на своей основной деятельности, а оценку риска контрагента мы берем на себя. Мы даем им возможность привлечения финансовых ресурсов, то, о чем сегодня многие говорили, на более выгодных условиях. Это и программа субсидирования Минпромторга, которая успешно функционирует, это и возможность рефинансирования банками в рамках эксперимента XR в Центральном банке по льготным ставкам, что в итоге выражается в более выгодных условиях привлечения финансирования для компаний. Это освобождение от штрафов за непоступление валютной выручки в случае задержки или неплатежа со стороны контрагента. При этом мы помогаем сделать, естественно, российскую продукцию более конкурентной, в том числе и предоставляя финансирование покупателям российской продукции. Это отдельное там, важное направление, особенно на рынках развивающихся стран, там, новых рынках, да, такие как рынки африканского континента, где наша стоимость финансирования, несмотря на то, что она выше, естественно, европейской или там, китайской, она, тем не менее, привлекательнее, чем стоимость финансирования на внутреннем рынке. Поэтому возможность продажи продукции экспортерам совместно с финансированием, она, естественно, является конкурентным преимуществом. В рамках БРИКС отдельно хотел сказать, что у нас достаточно активно идет диалог с нашими визави экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС. В 2014 году был подписан меморандум о сотрудничестве между экспортными кредитными агентствами стран БРИКС. В 2015 году в Санкт-Петербурге был, собственно, инициирован формат ежегодных встреч глав БРИКС. И в этом году мы провели первый технический семинар. Что это дает, собственно, российскому экспортеру? Это дает возможность дополнительной экспертизы на рынках стран БРИКС. Это возможность дополнительной информации, дополнительной оценки рисков, да, странами, потому что, собственно, ИК этих стран прекрасно знает свои внутренние рынки. А также возможность совместной нашей поддержки компаний стран БРИК, как российских, так и других стран, при экспансии на рынке третьих стран. С точки зрения примеров, ну, уже несколько компаний называлось из тех, с кем Российский экспортный центр активно взаимодействует, например, компания «Биокат». Я здесь хотел, наверное, привести два примера, компанию среднюю и крупную. Вот средняя компания, имеется в виду по размеру, да, высокотехнологичного сектора, с которой мы давно и успешно развиваем наше сотрудничество, это «Монокристалл». На самом деле, это очень такой успешный пример мирового лидера, безусловно, причем мирового лидера на высокотехнологичном рынке. И как раз основной там, экспорт «Монокристалла» приходится в том числе на страны БРИКС, это в Китай. Объем поддержанного экспорта в прошлом году в страны БРИКС составил 75 миллионов долларов США. Причем с компанией «Монокристалл» мы работали по самым разным направлениям поддержки экспорта. Начинали с классического страхования дебиторской задолженности, потом помогали им привлечь финансирование на более выгодных условиях. А сейчас сотрудничаем с ними по новому продукту, который мы запустили в этом году. Это финансирование создания экспорт-ориентированных производств. Понятно, что для того, чтобы что-то экспортировать, надо сначала что-то произвести. А для того, чтобы что-то произвести, зачастую российским компаниям необходимы дополнительные инвестиции. В свете того, что доступ на международные рынки сейчас ограничен, этот продукт призван помочь привлечь инвестиции для создания экспортно-ориентированного производства на более выгодных условиях. И вот с компанией «Монокристалл» мы как раз сейчас реализуем проект по расширению их мощности, которые полностью ориентированы на экспорт. И среди крупных компаний таким с универсальным сотрудничеством с нами я хотел привести компанию «Евраз». Она в своем роде тоже национальный чемпион, можно сказать. Понятно, что эта компания, естественно, относится к вертикально интегрированным крупным холдингам. И с компанией «Евраз» мы также работали по самому разному направлениям государственной поддержки, начиная от страхования краткосрочных рисков, мы финансировали их покупателей продукции за рубежом, мы работали с компанией по факторингу,
И здесь, на самом деле, я хотел, наверное, к тому, что коллеги сказали, что если мы хотим вырастить национальных чемпионов там, с оборотами там, свыше 10 миллиардов, безусловно, надо фокусироваться свою поддержку как на средних, так и на крупных компаниях, которые реально имеют серьезные шансы выйти в национальные, такие межнациональные чемпионы на ближайшем горизонте. Ну вот, наверное, коротко о наших инструментах поддержки и о том, что мы делаем на рынке стран БРИКС. Спасибо большое. И я попрошу выступить Евгения Борисова, представляющего ФРИИ. Но тоже большая просьба все-таки покороче. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Собственно, фонд развития интернет-инициатив 3 года как создан. Я бы хотел начать с того, что мы, наверное, должны, вот соглашусь с китайским коллегой, правильно генерировать компании. То есть те компании, которые сейчас входят у нас в рейтинг техуспеха, средний возраст 20 лет. Там ФРИИ, компании, которые видят, средний возраст 2-3 года. То есть это такие начинающие стартапы. Но правильный старт обеспечивает правильное быстрое развитие. И то, что мы видим сейчас, буквально на прошлой неделе ФРИИ закрыл первую сделку по одной из наших компаний, высокотехнологичных, с оценкой 1,4 миллиарда. То есть компания реально за 2 года показала существенный рост. Она нашла свою точку роста, нашла свой рынок. Все началось с того, что компания попала в акселератор ФРИИ, где за 3 месяца, это стандартный подход к компании, мы искали совместно с компанией ту нишу, ту точку роста, за которую, зацепившись за которую, они могут расти. Правильно было отмечено, что на самом деле не всегда все упирается в деньги. И если говорить о средних компаниях, с которыми мы тоже работаем, у нас есть в портфеле, например, технологическая компания группа IB, которая занимается информационной безопасностью, то здесь вопрос скорее не денежной поддержки даже стоял, а вопрос помощи в развитии, выходе на новые рынки, как российские новые компании, так и зарубежные рынки. И с учетом там, поддержки нашей, с учетом того, что продукт компании точно попадает в рынок, можно было увидеть, как компания делает достаточно быстрый рост на российском рынке и выходит на зарубежный. И, безусловно, здесь требуется поддержка от других фондов или же от, например, того же XR с точки зрения там, экспортной поддержки. Но я бы сказал так, что упирается, опять же, не в кредитные какие-то истории, а скорее упирается в развитие бизнеса на зарубежных рынках. И здесь, может быть, можно было предложить механизм, связанный с выводом компании на международный рынок через другие фонды или другие акселерационные программы. Допустим, там, рынок США можно было бы покорять с учетом того, что у вас в компании есть какой-то фонд американский, который также заинтересован в развитии российской компании, вести ее также в рынок, как и там, любую свою компанию. Мы над этим вопросом тоже работаем. Сейчас у нас также была сделана первая сделка. У нас есть компания, называется EasyTen, которая показала тоже достаточно большой рост, причем на рынке Бразилии, и сейчас мы ее выводим на США. И американские фонды сразу же проявили к ней интерес. То есть это еще раз говорит о том, что если компания правильно попадает в рынок, то, в общем, найти финансовую поддержку несложно. Вопрос лишь получить правильную менторскую поддержку, консультационную, которая нужна, чтобы достаточно быстро в этом рынке раскрутиться, в новом рынке. Мы также помогаем компаниям, которые я бы отнес к среднему такому уровню от до 2 миллиардов рублей, найти своих стратегических партнеров. Часто в рамках новой быстро растущей компании возникают какие-то ответвления, которые можно было бы вывести в спин-офф и достаточно быстро продать. В этом смысле там, через наш фонд, через нашу поддержку мы обеспечиваем вот эту связку со стратегами для средних компаний, ну и для малых компаний тоже, для самых маленьких стартапов. В частности, там мы сделали механизм, который называется отраслевая акселерация, когда с одной стороны находятся крупные стратегические партнеры. Если мы говорим, например, про медицину, то с нами работают компании Bayer, Stada, из российских Invitro, MedMe, а также присутствовали на открытии трека Катрен А5.
а с другой стороны находятся те самые маленькие компании. И мы показываем, с одной стороны, что есть у нас на рынке из растущих маленьких технологических компаний большим компаниям, а те, в свою очередь, каким-то образом определяют план своего развития, не просто занимаясь разработками внутри себя, внося вот эти вот самые разработки, неокры, какие-то стартаперскую деятельность именно туда, в ту среду, которая может это быстро обеспечить. Если говорить про, опять же, про среду, вот мне понравился китайский коллега, опять же, сказал, что важно среду и атмосферу, которая позволит быстро бизнесам новым генерироваться и расти, и становиться национальными чемпионами, то мне нравится история с кластерами. То есть, когда, допустим, мы сейчас были в Новосибирске, обсуждали создание медицинского IT-кластера, история следующая. То есть, если компания российская хочет достаточно быстро произвести какой-то продукт, это не только софт, а назовем это аппаратно-программный комплекс, то с программным обеспечением, как правило, несложно разобраться. А вот с производством железной части здесь могут возникать вопросы. Возникла идея, что нужно сделать некую... Там, подход одного окна, когда есть регион, в рамках которого есть взаимодействие с вузами, есть поддержка местного Минздрава, есть клиника, на базе которой можно проводить клиническую апробацию, а опять же, есть какие-то местные партнеры. То есть мы создаем некую экосреду, в рамках которой мы продукт можем быстрее, прототипы, продукт быстрее создавать, быстрее его выводить в рынок. И далее, естественно, на базе этого кластера можно создавать какую-то экосистему, которая бы привлекала людей, и на базе которой бы как раз создавались, генерировались вот эти новые высокотехнологичные бизнесы. Ну, собственно, на этом, наверное, с точки зрения общих инструментов у меня все. Спасибо большое. Спасибо большое. И последним в ряду госинструментов попрошу выступить Сергея Вологодского, представляющего Фонд развития промышленности. Это новый инструмент, чрезвычайно активно действующий, насколько я знаю, с очень большими, так скажем, позитивными результатами. И потому, мне кажется, особенно важно, чтобы наши компании-участники Техуспех хорошо понимали этот инструмент, а может быть, кто-то из них уже участвует. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Фонд развития промышленности. Просьба ближе к микрофону. Добрый день, коллеги. Сергей Вологодский, представляю Фонд развития промышленности. Говоря про фонд, я думаю, что многим из вас известны те инструменты поддержки, которые мы предоставляем. В первую очередь, это льготный займ 5% годовых. Вот. Помимо этого, у нас действует консультационный центр, который мы помогаем промышленным компаниям консультировать по мерам поддержки. И Артем Шадрин говорил касательно программ по субсидии Минпромторга. Мы помогаем компаниям сориентироваться по этим инструментам, помочь с проработкой комплекта документов. А говоря про рейтинг Техуспех, то мы видим в этом большой задел. Мы с коллегами в плотном контакте и встречались. И говоря про тех победителей, которые были включены в рейтинг в 2015 году, у нас есть компании, которые в том числе получили и займ фонда, и есть компании, которые прорабатывают различные меры поддержки. И мы договорились с коллегами в этом году более плотнее проработать с тем, чтобы и популяризировать сам рейтинг Техуспех среди наших заемщиков и среди тех компаний, которые обращаются за мерами поддержки в фонд. И в том числе на одном из слайдов было представлено, что самый злободневный вопрос, который промышленные компании задают, это доступность кредитов или просто там кредиты. То как раз наш мандат и наш фокус позволяют поддерживать проекты, которые находятся как раз на тех стадиях, и с учетом тех льготных условий, которые мы представляем, я думаю, что как Фонд развития промышленности может быть многим интересен. А говоря про пилотный проект, который реализует Минэкономразвитие, то опять-таки же здесь я считаю, что это очень хорошая инициатива, и мы не просто там будем номинально присутствовать в совете, где мы уже присутствуем, вот, а также будем очень активно включаться и вместе, я уверен, что мы вырастим национальных чемпионов, которые будут не только известны у нас в России, но и за пределами. Спасибо. Спасибо большое. Ну, теперь мы подошли к второй части нашей сегодняшней дискуссии, а именно для нас крайне важно послушать мнение, собственно, компаний, кто мог бы, с одной стороны, высказаться относительно того, насколько те
программы, предложения, которые сегодня прозвучали, для них актуальны, а может быть, что им, собственно, представляется наиболее важным, в чем у них задачи, запросы, может быть, какие-то проблемы, и как нам оптимальным образом сконфигурировать эту задачу. Я попрошу выступить Виктора Агдеева, представляющего компанию Unihimtech. Пожалуйста. Можете на сцену, как вам удобно. Коллеги, мы сегодня обсуждаем фактически, как я понимаю, проблему, как из успешного среднего бизнеса и многообещающего малого сделать крупный средний бизнес и, может быть, даже просто крупный бизнес. Как я понимаю, сегодня у нас такое историческое событие. Вторая попытка вот сделать именно это. Первая попытка – это создание Роснано, но я считаю, что не удалась. И это вообще для нас очень, очень как бы важный сегодня день. Вот, пожалуйста, это у меня самого. Вообще, я вот сам из университета, и наша команда. А куда нажимать? Ага. Вот это мы в 90-м году, еще при советской власти было первое малое государственное предприятие, и сейчас более-менее успешно развиваемся. Ну, патентов много. Мы реализовали где-то, наверное, не больше, чем 15-20% разработок, потому что у нас проблема, так мало ресурсов, что мы их стараемся концентрировать в то, что развивается. Поэтому вот забота важна. Вообще, вот занимаемся функциональными материалами и имеем действительно в самых разных областях. Нам очень повезло. Мы, когда были вот мегапроекты, мы заняли первое место, были одни из победителей. И вот эта картинка что показывает? За 4 года мы увеличили объемы производства в несколько раз. И самое главное, вот что для меня вот критерий, почему я считаю, что мне не стыдно и вообще вполне комфортно опираться на поддержку государства. Потому что вот из этой картинки следует, что мы получили поддержку за 4 года 400 миллионов и заплатили налогов больше, чем 400, заплатили 410. С тех пор мы каждый год платим налогов больше 300 миллионов. То есть мы, я считаю, много-многократно вернули. Поэтому вот удачные проекты и поиск – это очень правильно. Но смотрите, что такое малый или средний бизнес? Что такое средний бизнес? Когда уже ненавидят, понимаете, но еще не боятся. Вот так я как бы формулировал бы. Что имею в виду? Что, например, при обороте в 2 миллиарда у нас неокровская поддержка, несмотря на то, что мы из ученых, да, мы занимаемся высокотехнологичным бизнесом. Вот всех грантов, которые мы выиграли, 21 миллион в этом году. Я знаю институты, пожиратели. Вот, например, там при обороте миллиард услуг, у них неокровские контракты 3 миллиарда, 4 миллиарда в год. Поэтому, конечно, вот забота, я думаю, выгодна вот о малом и среднем бизнесе для государства. У нас небольшая экономика, 2%, я имею в виду российская. Поэтому говорить вот о решении тех задач может только, если ты экспортируешь. Но что показывает наш опыт? Я много вот с зарубежными компаниями общался и общаемся. Они спрашивают, а кто ты на российском рынке? Поэтому если ты на российском рынке не лидер, если ты не занимаешь сильной позиции, то и с тобой, конечно, на внешних рынках не очень-то будут разговаривать. И вот одна из проблем – это то, что у нас крупные вот госкорпорации, да, это основные наши потребители, в том числе такие, как Ростех и так далее, живут в суперлиберальной экономике. Но вы знаете, что любые заводы, любые поставки – это 2-3 поставщика и длинные контракты. А у нас, вот мы, например, с РЖД, с «Газпромом» 10-12 контрактов в год. Вы понимаете, каждый раз мы бьемся. И вот тогда я бы тех успеховцам, вот тех, кто организует, нас уже так и так проверяют победители, да? Казалось бы, рекомендация чего-то стоит. Наверное, правильно, длинные контракты. Второй вопрос, который он очень важен для критерия отбора хороших компаний для потребителей внутри России. И, конечно, без этого об экспорте нельзя говорить. Вот я радуюсь, нам страшно повезло. Из 5 проектов вот Центра испытаний, сертификации и стандартизации, который Минэк вот в прошлом году начал
мы попали вот в эту пятерку, и в МГУ, на базе вот МГУ в долине создан такой центр. Я считаю, что это абсолютно необходимое условие. И вот в той области, в которой мы работаем, вложено государством, ну, в общем-то, приличные деньги. И мы планируем вот выработать целый ряд отраслевых стандартов, которые позволяют преимущество показать современной продукции по сравнению с тей, которые 20-30 лет назад в России. Она, к сожалению, вот в стандартах вся присутствует. Ну, тема известна для всех. Теперь смотрите, вот об экспорте. Но прежде всего, экспорт, я не знаю, у нас специально запрещают его, да, вот каждая сделка, это 1500, надо только заплатить за оформление бумаг, евро. Представляете, ну, что такое экспорт? Никто же сразу вагонами не отправляет, да, все хотят уже, ну, и так далее, и так далее. Я и с Дворцковичем разговаривал, обещание было из самых высоких. К сожалению, вот я думаю, когда мы объединимся, вот те, кто о нас заботится, и если, дай бог, мы попадем в число, и те, кто все-таки является предметом забот, мы кое-что здесь вместе изменим. Вот сертификация материалов за рубежом, да, конечно, рынки защищаются, да. Например, по некоторым продуктам, вот мы в огнезащите, там американская там фирма UL, $150,000-200,000, чтобы один продукт. Он у нас есть, такой продукт, и мы наскребаем эти деньги, вынимаем их из разработок, и все-таки это добьемся. А второе, а третье, у нас их много. Здесь, конечно, нам реально нужна поддержка, хотя бы 50-50. Ну и еще и организационно, потому что часто новый продукт трудно через таможню перетащить, как начинается проверка. А вдруг он нужен там, и вообще его не надо никому показывать. Ну и так далее. Теперь смотрите, вот я сейчас одну картинку вам покажу. Вот, с левой стороны, это линия, которую мы по заказу ОАКа, в очень короткие сроки, когда начались санкции, не было бы санкций и не было бы заказа, профинансировал Минпромторг. Мы создали линию, вот там слева, да, это такое полотно из углеродного волокна для МС-21, вот для крыла, которым вот гордятся, выкатывают и так далее. И как, в чем парадокс? Мы на этой линии не можем производить. Вот она так создана, да, что она может выпускать несколько десятков тонн, но она не окровская, и использование ее для поставок, и, ну, как промышленных поставок, да, запрещено. Ну, просто, ну, абсурд. Запрещено. Это вот будем обращаться к господину Мантурову вместе с аэрокомпозитом, который, ну, как бы поддерживает нас. Поэтому кое-что нужно поменять. А вот вторая, вот здесь у нас сейчас заказ от РКК «Энергия». Вот видите, таким желтым цветом, это поставка нашего маленького «Инумита». Тут мы обогнали такие крупные институты. Мы являемся поставщиком для корабля «Федерации». Ну, мы бы хотели сразу заложить право, когда мы создадим эту линию, чтобы мы не только РКК «Энергия» поставляли, но и другим предприятиям Роскосмоса, но и УАКу, но и Ростеху, но и на экспорт, понимаете? Ну, надеюсь, что здесь тоже получим поддержку. Поэтому вот передача, то, что было написано результатом НИОКР, да, ну, малому и среднему, это вот как раз и есть. Мы даже сами создавали. Дайте нам право, мы готовы взять в аренду, мы готовы лизинг, там, мы готовы выкупить у государства. Дайте возможность использовать это оборудование. И смотрите, залог, интеллектуальная собственность, вы знаете, что нулю равна, да, в банках. Ну, интеллектуальная собственность вообще не оценивается. Вот все 240 патентов, вот так, игрушка, бантик, он ничего не стоит, когда мы в банках. Наше оборудование тоже ничего не стоит, потому что вот редкий бизнес, мало кто может воспользоваться. Но что меня очень радует, это вот кластер, инфраструктура. Нам очень нужно, и мы обратимся вот в Минэк, у нас есть целый ряд разработок, нам нужна инфраструктура, площадка гектар на 10, где мы сами построим, но, понимаете, нам нужна энергия, нам нужен газ, нам нужны вот стоки там и так далее, и так далее. И мы, конечно, можем развиваться просто вот с какими-то, ну, скачками, рывками и так далее. Поэтому мы здесь будем заказчиками, вот Тульская область, мы присматриваемся, несколько регионов, и можно очень многое сделать. Сделать то, чего нет ни у кого. Ну, например, вот мы создали связующий, вот там высокотемпературный на 400 градусов для космоса. Но в чем фишка?
Если будет много, космос то мы и в лабораториях сделаем. А если мы сделаем уже промышленное производство, то ведь это электроизоляционный материал, это моторы, которые заказывают нефтяники, потому что у них там в глубинах температура не 150 градусов, где эпоксидка выдерживает, а 200-250 градусов, мощные моторы, ну и так далее. Конечно, это, как и положено, космос открывает двери, ну, совершенно в новые рынки. Но для этого нужны объемы. И последнее, что я хотел сказать. Вот, конечно, партнерствовать это очень хорошо, но малому и среднему бизнесу нужны гарантии собственности. И я бы хотел, чтобы и Минэк, и правительство позаботилось о том, чтобы не отняли, потому что, ну, как журнал «Эксперт» писал, что вот есть тушканчики, подросли, да, бегают по полям, а есть орлы, тигры, львы. Вот здесь, конечно, нужны серьезные гарантии, что вот такая открытость, а без нее, без открытости, без партнерства, конечно, нельзя так вырасти. Но она должна быть очень, как бы, ну, надо защищать собственность вот этих всех компаний. Без этого тоже ничего не получится. Ну, вообще-то говоря, я еще раз хочу сказать, что это замечательная попытка. Очень хочется, чтобы она удалась. Вот вторая, третья, там, не знаю. Ну, и я вот говорю, мы вместе можем сделать. Обидно. Я еще, вот знаете, постарше тут многих, да, я еще Советский Союз застал, да, где мы в космос летали, и там в композитах были, ну, вторые, третьи там, или вторые спорили там, может быть, хотя бы за места. А сейчас мы сырьевая страна. Просто хочется еще кое-что сделать, вот не сырьевого, понимаете, высокотехнологичного. И мне кажется, что это все можно сделать вместе. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я полностью поддерживаю вас в призыв. Думаю, что на самом деле не все так плохо, в том числе и ваша работа показывает, что у нас хорошие шансы. Я хочу особенно подчеркнуть, что вот очень важно, спасибо за акценты на том, что нужно поддерживать. Вот по этой сертификации, например, мы очень давно поднимаем вопрос, что реально нужна поддержка, особенно не только уже существующая сертификация, но в том числе формирование новых стандартов, потому что в них часто можно заранее проиграть. Ага, микрофончик. Без сертификации ни на какое высокотехнологичное предприятие не пустят просто. Без стандартов, без их изменений не пустят. Поэтому я просто счастлив. Вот мы столько лет добивались, и вот Минэк решил. И когда Наталья Игоревна, ну вот там победителям рассказывала о ходе, да, она что сказала? Что ей сделали одно замечание, ну, Шохин там и в правительстве, когда докладывал, надо не 5, а 500 таких центров. Не будет, то есть фактически вот каждое направление, вот если мы выберем, да, там биоматериалы, IT и так далее, вот я говорю, малый и средний бизнес, вот эти национальные, надо обязательно сертификация, никуда мы не выйдем, ни снаружи, и внутри не добьемся результатов, если это не, это проблема абсолютно необходимое, но недостаточно. Но тем не менее, без этого вообще не знаю. Спасибо. Да, спасибо. Причем мы обсуждаем много не только международную сертификацию и стандартизацию, но в том числе, и это, кстати, звучало в ходе одного из президиумов Совета по модернизации, было даже поручение, но я, например, не знаю, насколько оно реализовано. Это стимулирование наших крупных компаний к созданию у себя стендовых полигонов и центров для сертификации российской технологической продукции в ускоренном режиме, потому что очень часто нужно отстендировать здесь, с тем, чтобы потом уже выходить на международный уровень уже с какими-то первичными результатами. И это за деньги инвестора сделать невозможно. Инвестору это будет слишком дорого. То есть это скорее должна быть инициатива со стороны госкомпании. Ну, здесь микрофончик. Я прошу прощения, но я тут на старт. Первое, что так много вранья, да, ну и Росстандарт неизвестно где, да, что все говорят, что у меня самое лучшее. Нет критериев, да, цена-качество не работает. Вот, и тогда высокотехнологичная продукция, ну просто все преимущества плохо услышаны. Теперь вот смотрите, еще хотел я сказать о цифрах. Мне очень приятно, 5 миллиардов, да, куда нас зовут, представляете, долларов, 10 миллиардов, да. На самом деле, я думаю, что тут надо быть немножко скромнее, и на первых порах особенно, на первых порах, потом будет ускорение. Но вот для нас задача минимум – это 150 миллионов долларов. Почему? Потому что я могу тогда 5-7 миллионов тратить на долларов, на неокры, понимаете? Мы создали институт вот 13 лет назад. Этот институт фактически наша научная база, но мы вынуждены выполнять заказы, ну на что закажут, вы понимаете, чтобы держать институт. А если вот такая критическая масса,
Ну, у каждого отрасли она своя, но это тогда мы можем действительно сами себя развивать, обслуживать и так далее. Потому что на кого опираться? Где Академия наук? Где университет? Я как университетский человек, заведующий кафедрой, просто понимаешь, это тоже проблема большая. Спасибо большое. Давайте мы передадим слово следующему нашему лидеру. Это Олег Кривоносов, компания «Синергия Лидер». Пожалуйста. Добрый день. Всем хотел бы сказать по бизнесу то, что предыдущий докладчик сказал. В принципе, у нас все то же самое. То есть у предприятия проблемы по финансовым кредитам. То есть мы сейчас развиваем новую площадку производственную, куда стараемся привести основные свои два направления. То есть и уже год вот боремся по дешевым кредитам. То есть пока на данный момент у нас ничего из этого не получилось. Вот. Вторая наша проблема – это также разработки, патенты. То есть тяжело сохранить их, то есть… некоторые патенты мы через суд пытались, которые у нас вот другие производители стали изготавливать, то есть тоже тяжело это и практически тяжело выиграть, и то есть часть бизнеса нашего стали другие разработчики, производители изготавливать. То есть это вот такая вторая у нас проблемка. Такая как бы еще часть небольшая проблемы в бизнесе – это кадры. Mm-hmm. То есть кадры сами воспитываем, и потом забирают у нас эти кадры, такие предприятия, монстры, с которыми мы рядом работаем, то есть предлагают зарплату более выгодную, то есть это машиностроитель, завод, рядом «Искра». То есть вот предлагают более выгодные условия, контракты. А контракты мы не можем своим предоставить людям, потому что у нас идут тоже короткие договора. И бизнес, производство у нас лихорадит. То есть у нас зарплата у них тоже такая плавающая. То есть мы не можем им закрепить какую-то финансовую стабильность. Вот, коротко. О наших проблемах, то есть вот такие проблемки нашего предприятия. Спасибо большое. Спасибо большое про добавление про кадры. На самом деле, действительно, очень большая проблема для стартапов и для технологических компаний – это, с одной стороны, нужные специалисты, с другой стороны, вот это действительно проблема утечки. И очень важно, чтобы наши университеты услышали и понимали это, в том числе создавали новые форматы. Например, есть очень интересная практика в Академпарке и в Академгородке Новосибирска, когда технологические компании дают заказ на специалистов, технопарк собирает магистерские программы индивидуально под них и реализует их на базе университета и новосибирских вузов. И эта практика очень хорошо работает, потому что она, условно говоря, делает такие очень глубоко тюнингованные программы для технологических компаний. Вот мы эту практику знаем, изучаем и рассчитываем ее развивать. Она действительно, я не уверен, что была включена в скоуп программ «Техуспеха». Это надо действительно включать. Спасибо большое. И я передаю слово Геннадию Викулову, СКБ «Контур». Пожалуйста. Всем доброго дня. Меня Геннадий зовут. Я представляю компанию «СКБ «Контур». Мы работаем в IT-отрасли. В рейтинге «Техуспех» мы участвуем с 2013 года. Сейчас мы занимаем 4-е место. Видимо, нам надо работать активнее, потому что мы хотим все-таки в первые ряды вырваться. Что нам позволяет этот рейтинг вообще посмотреть? Мы можем сравнивать себя в первую очередь с другими компаниями. Нам есть на кого равняться. В общем-то, понятно, куда бежать, куда нам развиваться. Что же касается
наших потребностей вообще. В первую очередь, конечно, с точки зрения государственной поддержки нам хочется стабильности налогового законодательства. Несмотря на кризис, сейчас IT-отрасль, ну, мы считаем, находится в благоприятном налоговом режиме. Мы получаем льготу по НДС, но наше государство постоянно нас заставляет нервничать по этому вопросу. Ну, к примеру, в первой версии так называемого закона на Google этой льготы предлагали лишить и российские компании. Ну вот, благодаря успеху, вообще активной поддержке Минкомсвязи, экспертного сообщества, нам это удалось преодолеть успешно, льгота у нас будет сохранена, но сейчас перед нами новая угроза, мы дополнительно пользуемся льготой по страховым взносам, и мы считаем это справедливо, потому что в отличие от остальных бизнесов, наши затраты в основном состоят из фото наших сотрудников, наших разработчиков, доля затрат на фот в общей сумме затрат у нас достигает 80%. Ну, собственно говоря, нам поэтому возмещать НДС неоткуда, и, в общем-то, страховые взносы именно поэтому нам предоставляется льгота. Вот сейчас есть риск, что с 2017 года нам отменят льготу и по страховым взносам, но понятно, что это значит. Мы все эти деньги вкладываем в новые разработки, мы создаем лаборатории, мы пробуем новые технологии. Далеко не каждая технология на самом деле потом приносит нам какой-то финансовый результат. Мы эти деньги не тратим на прибыль, это видно, в общем-то, из наших открытых данных. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы посодействовали в том, чтобы в первую очередь законодатели нам не преподносили сюрпризов, и мы могли спокойно и плодотворно, мы считаем, инвестировать в наем на новых сотрудников, создание новых программных продуктов, ну и выводы их на рынок и российский, и зарубежный. Ну, можно подумать, что мы просто просим денег, на самом деле это не так, потому что если посмотреть, мы сейчас стали страховых взносов платить в 7 раз больше до предоставления льготы. После отмены НДСа мы стали платить, общая сумма налогов у нас тоже увеличилась кратно. То есть фактически для государства это выгодно, предоставление льготы, потому что мы можем благодаря этому более активно развиваться. За что хочется вообще поблагодарить наше государство? Сейчас активно документы переводятся в электронный вид. Это вообще современный тренд, и тренд не только российский, но и мировой. И здесь наше государство активно публикует открытые данные, но открытые данные – это не то, за счет чего можно, в общем-то, создавать дополнительную ценность. Мы умеем работать с большими данными, ну, так называемым big data, мы умеем эти данные обрабатывать, и мы считаем, что вот наш продукт «Контур Фокус», он строится полностью на открытых данных, которые публикует государство. И если государство продолжит этот вектор, у нас появится еще множество продуктов, которые будут строиться на открытых данных, опубликованных государством. Ну и, наверное, еще одна у нас большая проблема – это кадры, как уже говорилось. Здесь, конечно, так как у нас компания разработчиков, основная наша ценность и наш актив – это наши разработчики, наши программисты, наши инженеры. Здесь у нас, конечно, большая проблема и с наймом этого персонала. Ну, мы, в общем, выходим из положения, мы активно работаем с нашими вузами, мы и гранты выделяем, и олимпиады проводим в разных IT-областях, и, в общем-то, на стажировку наших студентов предлагаем. Ну, мы доучиваем, по большому счету, студентов по свою специфику, под нашу отрасль. Ну, и здесь у нас тоже, в общем-то, два предложения. Первое, хочется, чтобы мы могли затраты на дообучение сотрудников вузов и все наши инвестиционные затраты сотрудников относить на себестоимость продукции, потому что сейчас мы все их несем из собственной прибыли. Ну и желательно, чтобы государство тоже оказало какое-то софинансирование, к примеру, за счет выделения грантов по тем затратам, которые мы несем на дообучение сотрудников вузов или там, на проведение олимпиад. Ну и, наверное, третье, что хочется, чтобы нам помогли искать партнеров за рубежом. Мы сейчас уже делаем первые робкие шаги в развитии пока в страны СНГ, ну и в некоторые европейские страны. Мы сталкиваемся с большой проблемой. Мы достаточно известная компания на российском рынке, но чтобы нам выйти за рубеж, нам хочется, чтобы кто-то за нас, скажем так, замолвил словечко или порекомендовал. Достаточно будет просто рекомендации, и тогда нам будет намного проще. Ну, если резюмировать, конечно, нам хочется стабильности, чтобы мы могли дальше развиваться, ну и чтобы наше государство о нас знало, ну и в нужный момент могло замолвить за нас слово на международном рынке. Спасибо большое.
Спасибо большое. Я косвенно добавлю, что вот мы совсем недавно обсуждали с нашим бывшим коллегой Плаксиным, который раньше работал в РВК, а сейчас в Минэке, возможность дальнейших мероприятий по подключению наших торгпредств и развитию их потенциала именно для задач продвижения. И мне кажется, что вот это вот такая вот экономическая, технологическая дипломатия – это как раз то, что нам нужно сделать. Кстати, должен сказать, что вот как раз курирую разработку блока по международной рамке стратегии НТИ, и мы туда хотим вложить понятие «международная технологическая политика». Это вот как раз-таки не только поддержка экспорта технологических компаний, но и участие в глобальных процессах разработки стандартов, глобальных процессов координации, легализации новых рынков, освоения новых технологий, потому что в этих вещах нам надо быть сильными игроками. Ну и вот тут, конечно, и Минэк, и МИД, и мы все готовы думать и работать. Так что большое спасибо за эту, так сказать, задачу. Будем работать. Жень, извини, пожалуйста, просто пользуясь случаем, не дожидаясь отбора тех успехов, просто просьба обратиться, мы вам рекомендательные письма соответствующие сделаем. Хорошо, спасибо. Можно я тоже со своей стороны добавлю? В рамках Российского экспортного центра мы совместно вот с коллегами из Минэк и совместно с Институтом торгпредств сейчас сделали первые 5 стран, в которых запускаются торговые дома, да, то есть будет конкретно человек, либо в рамках торгпредства, либо отдельно, который, единственная задача которого, это, собственно, продвижение российской продукции. Вот, поэтому вы тоже можете обратиться в Российский экспортный центр. Отлично. Соответственно, мы с теми странами, где у нас уже есть представители, готовы помочь и заняться Хорошо, продвижением. Хорошо, давайте мы после мероприятия подойдем. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я должен извиниться, я в нашем представлении сервисов забыл очень важный сервис, так скажем, он такой региональный, но тем не менее очень мощный. И попрошу Олесю Мальцеву рассказать про возможности, которые предлагает Москва и Технополис. Пожалуйста. Только большая просьба, 2-3 минуты. Еще разочек, да? Да, добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность выступить. Но, тем не менее, я немного модифицирую свое выступление. Да? То есть я могла бы очень долго рассказывать о том, с какими проблемами сталкиваются наши резиденты. А на сегодняшний день за 4 года нам удалось разместить 48 компаний, как отечественных, так и зарубежных. Вот, лично я с ними работаю каждый день. Я работаю с инвесторами и непосредственно выслушиваю о том, с чем им приходится сталкиваться. Но продолжая и отвечая на выступление предыдущего оратора, я готова совершенно четко ему заявить о том, что мы готовы продвинуть его компанию на международный рынок и оказать всевозможное тому содействие. Таким образом, я дополню нашу дискуссию рассказом о том, какой есть международный опыт стимулирования развитие национальных чемпионов по линии организационно по промышленному развитию. Вот, дело в том, что помимо размещения отечественных и зарубежных производств Российской Федерации, я также занимаюсь развитием трансфера технологий в рамках пространства БРИКС по линии возглавляю индийский вектор, говорю в совершенстве на хинди, так что обращайтесь, если будет такого рода необходимость. На последние 9 лет также преподаю в МГИМО. Значит, если говорить о странах БРИКС, да, то наш опыт взаимодействия с партнерами показал, что именно малые и средние предприятия очень нуждаются в нашей поддержке. Вот, более того, в последние годы активно возросла актуальность, острая необходимость в технологических альянсах. Да, то есть компании выходят на международный рынок, пытаются, да, выходить, они ищут надежных партнеров. С чем они сталкиваются? С отсутствием информации, с отсутствием действенных адекватных механизмов стимулирования такого рода сотрудничества. Вот именно поэтому в рамках исполнения декларации саммита БРИКС в 2011 году еще нашей командой был разработан проект стимулирования развития малых и средних предприятий стран БРИКС. И в дальнейшем логическим продолжением того стало развитие технологической платформы БРИКС, РТТН БРИКС, где на сегодняшний день уже активно регистрируются компании, занимаются поиском партнеров. В частности, я думаю, многим это будет интересно, в мае текущего года был запущен пилотный конкурс многосторонних научных и технологических проектов в рамках научной технологической кооперации БРИКС.
И, соответственно, то есть компании вышеуказанных стран могут объединяться, подавать заявку в конкурсную комиссию, соответственно, получать финансирование и делать интересные проекты. Вот, мы со своей стороны всех приглашаем к сотрудничеству с нами. Я готова ответить на все вопросы уже, наверное, после этой дискуссии более подробно. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо. И действительно здорово, что вы накопили опыт именно поддержки продвижения компаний. Это действительно важно, ценно, это надо учесть и положить в основу нашей программы. Я бы попросил своего рода с таким подведением итогов, но скорее, может быть, даже не подведением итогов, а некоторым комплексным осмыслением прозвучавшего и вообще данной проблемы выступить Андрея Клепача, который представляет Внешэкономбанк, но мы, конечно же, знаем, что это один из архитекторов нашей, вообще говоря, инновационной промышленной политики. И, может быть, и про новые инструменты веба, и про общую инновационную политику, и про те задачи, которые перед нами стоят. Вот как вы считаете, что действительно из сказанного или не сказанного может стать тем ключевым набором шагов и инструментов, что позволит нам реально создавать глобальные компании и увеличивать российское присутствие на международном рынке? Как вы полагаете? Спасибо, Евгений, уважаемые коллеги. Я хоть прилетел и присоединился уже в разгар мероприятия, но я, может быть, попробовал высказать несколько таких комментариев. Ну, как бы первое, ну, для того, чтобы были газели и быстрорастущие компании, конечно, должны быть в первую очередь быстрорастущие рынки. Одна из, как мне кажется, достаточно серьезных дилеммы, проблем, особенно последних двух лет, в отличие от того, как тема «Газели» обсуждалась раньше, то, что когда экономика в целом находится в стагнации, ну, то рецессия, то сейчас скорее уже близко к стагнации, у нас есть не так много сегментов, и они носят очень точечный характер, где есть существенный рост спроса. Но даже по той статистике, которую мы видим, это отчасти фармацевтика, определенная часть медтехники. Если брать некоторые, хотя это очень небольшие рынки, там композиционных материалов, ряда специальных сплавов, вот, при общем спаде в станкостроении, тем не менее, начинает расти продажи и отечественных российских станков. Но так или иначе, ну там та же трубная промышленность, особенно отдельные типы труб. Вот. Тем не менее, такого рода сегменты есть. И, конечно, государству при всех наших спорах там, о бюджете, о денежной политике, тоже надо думать, какого рода меры могли бы именно поддержать вот эти очаги роста в экономике. Потому что тогда появятся и газели. Вторая тема, она есть в докладе, и, я так понимаю, она, наверное, звучала и в обсуждении. Вот. Она, во всяком случае, всегда традиционно возникает при обсуждении темы «Газели». Это все-таки в какой мере есть возможность доступа к тем заказам, которые дают крупные государственные компании, ну, точнее, крупные компании в целом, но в российских условиях это во многом государственные системообразующие компании. Вот. Здесь проблем много. Я бы выделил несколько, на которых, по-видимому, тоже будем думать. И просьба вот, и к участникам круглого стола, и, может быть, к вам помочь здесь сформулировать предложение. С одной стороны, практика контрактов, она все-таки на усмотрение самих компаний, хотя есть рекомендации там, и по 223-му, но это не панацея, потому что сам по себе закон, он как таковой не предполагает формата длительных отношений. Это может все равно зависеть от самой компании. Учитывая крайне короткий сейчас финансовый горизонт планирования, он становится и коротким горизонтом в контрактной работе, что бьет и по крупному бизнесу, но еще в большей степени по среднему бизнесу. Отсюда, какими инструментами или через какую практику мы можем поддержать заключение длительных контрактов, что придавало бы стабильность поставщикам и той же Роснефти, Газпрома, потому что такого рода примеры компании, ну, я знаю достаточно много, тем не менее,
несмотря на то, что у крупника свои планы есть, но даже у них обычно это инвестиционные программы на год, а контракты год или менее. Это одна тема, она у нас такая перманентная, но тем не менее надо посмотреть. Это не вопрос, я думаю, закона 223-го, но вопрос как бы практики. Может быть, здесь совместными усилиями попробовать выйти с крупными компаниями. Вот. Но, во всяком случае, это проще, может быть, делать в оборонке на формирование плана закупок и тех же станков, и определенной, так сказать, пионерной продукции, где «Газели» могут себя реализовать. Поэтому, надеюсь, мы попытаемся, во всяком случае, с теми компаниями, где мне и по линии раньше министерства и сейчас приходится плотно работать, это УАК, это Роскосмос, отчасти Росатом, все-таки сформировать такие именно длительные планы закупок, которые могли бы быть точкой отсчета для работы «Газели». Вторая тема в этой связи – это тоже характер самих закупок. Вот, поскольку крупные контракты, ну вот Виктор Авдеев здесь говорил там и про 150 миллионов, но думаю, что в нынешних условиях не так много «Газелей», которые способны выиграть лот в 100 или там, 200 миллионов долларов. Так или иначе, это вопрос разбиения, может быть, закупок на лоты, которые бы позволяли участвовать там средним компаниям. В-третьих, эта тема уже здесь сейчас прозвучала, это вопрос действительно определенной сертификации. И, может быть, надо подумать, опять же, какую роль здесь мог бы сыграть и бизнес-ассоциации, или, может быть, действительно не только проводить опрос тех успехов, но создать, может быть, ассоциацию «Газелей», которая бы могла такого рода интересы защищать и формулировать эти требования и к закупочной компании, которую ведут крупные госкомпании, и помогать им проходить те требования по сертификации, которые выставляются тем же крупным бизнесом. Третий аспект, который бы я здесь выделил, но он, опять же, есть вопросы, есть всегда по жизни, это вопрос льготных кредитов. Но тут у нас, несмотря на все благие пожелания, дело, в общем-то, либо почти не движется, либо плохо движется. У нас есть система субсидирования как экспортных кредитов через РЭЦ, хотя тут тоже есть свои проблемы, потому что Центральный банк фактически сейчас перестал рефинансировать такого рода деятельность. Поэтому здесь вопрос не только субсидий, это вопрос все-таки выстраивания некоторой системы рефинансирования тех кредитов, которые могут быть льготными, как в части экспорта, так и в части кредитов, которые предоставляются, ну, для работы на внутреннем рынке. Я не знаю, выступал ли здесь представитель фонда промышленности, потому что, по сути дела, это та модель, которая здесь работает. Но мы не решили вопрос, хотя эту тему Минпром поднимал, и я думаю, что здесь совместно с Минпромом, а может быть, как раз ассоциация, если бы она возникла, этому помогла, это все-таки создать систему рефинансирования такого рода кредитов, которые в рамках работы фонда предоставляют банки. Либо другая модель – это чтобы сам фонд имел возможность не только фондироваться из бюджета, там он 20 миллиардов получил, но сейчас, я так понимаю, 10 согласовано, будем надеяться, что до конца года еще 10, но тем не менее, по-хорошему, если брать и зарубежную практику, он может выпускать свои облигации, если эти облигации, к тому же, выкупались бы Центральным банком, и был некоторый механизм, опять же, поддержания здесь пониженной их стоимости, что возможно. В принципе, есть разные технические средства. Но мы эту тему пока не решили. Может быть, вот, если я не знаю, круглый стол сформулировал бы свои рекомендации, ну, то можно было бы поддержать тот поход в ЦБ, который в свое время Минпром предпринимал, и сделать, ну, во всяком случае, я думаю, можно и несколько раз пытаться решить эту проблему, но тогда мы получили бы нормальный кредитный рычаг. Потому что пока фактически просто системой субсидирования, которая есть у Минпрома, мы эту проблему, ну, решить не можем, да и не решим. Я имею в виду в рамках там правил по инвест-контрактам и другим. Ну, про поддержку экспорта я говорить не буду. Я так понимаю, коллега из РЭЦ уже здесь говорил. И я как раз уверен, что это тот сегмент, который достаточно живой и в деятельности ВЭБа, и в нашей экономике, и несмотря на
разные временные барьеры, он будет развиваться, и мы это видим особенно по очень большим темпам использования гарантий для поддержки экспортных кредитов и сделок. И тоже тема поднималась, может быть, здесь скорее, опять же, не просто поднять актуальность, но подумать про способ решения. Это программы, связанные с подготовкой кадров, которые могла, ну, специалистов, которые могли бы работать в компаниях-газелях. У нас, как вы знаете, есть вообще специальные программы, но, правда, она только для оборонки, по подготовке инженерных и высококвалифицированных кадров. Может быть, поставить вопрос, программа ее финансирования, там небольшие деньги, они идут через Минобрнауки, но, может быть, выработать здесь скорректированный стандарт этой программы и параметры ее финансирования, чтобы предприятия, которые, например, попали в рейтинг, поддержанные ассоциацией, могли направлять своих специалистов, пусть это не оборонка даже, вот, но в рамках этой программы они получали бы необходимые компетенции. При этом я думаю, что здесь тоже очень важно не сам по себе инструмент софинансирования, но содержательное наполнение этих программ. И я думаю, что здесь и с такими специалистами, как Виктор Авдеев, но вообще с нашей элитой из МГУ, из Бауманки, и политеха Санкт-Петербургского, физтеха, МФТИ, можно было бы сформировать достаточно серьезные содержательные курсы, в том числе привлек туда и корпоративные университеты того же Сбера и школы бизнеса. Потому что здесь, опять же, важен не только объем денег и количество людей, которые через эти программы пройдут, а что мы им дадим, чтобы это было реальное и полезное знание. Поэтому вот у меня такое предложение родилось, как бы слушая вас, а может быть, действительно не только рейтинги проводить, которые уникальные. Я просто вот со своей стороны глубокий поклон коллегам и РВК, и эксперту, и Дану Медовникову, который в свое время, так сказать, родил это детище, но, может быть, создать ассоциацию и попытаться ее институционализировать, и в том числе ее участие, и вот в формате корректировки формата программы по подготовке кадров, и в формировании таких требований к той системе закупок, которую осуществляют крупные компании, крупный бизнес, как государственный, так и негосударственный. Спасибо. Спасибо большое. И должен сказать, что как раз-таки идея создания ассоциации, она действительно витает в воздухе, и мы ее планировали еще в прошлом году. И надо сказать, что мы прорабатываем эту модель. Мы, в частности, вели переговоры с «Деловой Россией» о возможности создания там такого внутреннего подразделения. Это как один из вариантов. Но, может быть, имеет смысл действительно создавать отдельную ассоциацию. У нас есть, так скажем, довольно большая поддержка со стороны правительства в этом вопросе. Так что я думаю, что это мы будем продолжать делать. Действительно, это вот то, что надо учесть в проекте. Потому что в России вообще очень низкий опыт кооперации, очень низкий, очень часто люди не умеют договориться, чтобы вместе решать проблему. Именно на этом мы, кстати, проигрываем западным компаниям, которые отлично умеют создавать отраслевые ассоциации, проламывать свои задачи уже от лица рынка, а не от лица одной компании. Это ключевая разница. С одной компанией разговаривать не всегда понятно как, а с рынком всегда понятно, как разговаривать. Поэтому я абсолютно поддерживаю, очень благодарен, что эта тема еще раз поднята, и что вы ее поддерживаете, и думаю, что мы должны это сделать. И вот всех своих партнеров по реализации этого проекта призываю на этом сконцентрироваться, чтобы мы все-таки вышли на модель ассоциации, так скажем, деловой, которая может поддерживать компании «Техуспех». Это действительно инструмент, который нам позволит делать очень многое. На этом я очень благодарю спикеров, очень благодарю зал, и мы продолжаем эту работу по этому проекту, будем вместе двигаться дальше. Большое спасибо. Thank you.
Спасибо большое.